Сегодня у нас 9 декабря 2018 года. Это вот мы приехали в магазин покупать плиту электрическую с духовкой для роботов, ребят. Для отчетности заснимем. Уже получается, какой этаж у нас? Третий. Да. Что-то здесь или выше? Третий этаж. Выше не надо. А, вон технопоинт. Нет, оно нам ее убили. Надя, что я ничего-то не понял, что? Нет, сразу берут, что ли? Нужно оплатить, тогда и вынесут, тогда мы ее увидим и потрогаем. А пока мы не оплатили, посмотреть, потрогать можно в других магазинах. А в других магазинах этой модели нету. Их магазин ДНС. Ее нету выставочно. Она есть только вот в этом. Мы выбрали, электрическая. Там фильтра больше нету другого. Еще. Так, нет, там можно. Нет. Вот они фильтры. Можно, смотрите, расценку поставить, как вы хотите. Нет, цена. Подожди, производитель. GPS, смотрите так. Нет, стоп, Ваня. Изменились. Ваня, один только человек. Где я хотела цвет? Вот основной цвет. Коричневый. Выменить. Сейчас покажем. Вот она. Нет. Вот она. 19. 17. 19. А она, мы ее уже, это, ее нету здесь. Все уже продали. Она, это. У вас мужчина покупает. Или даже она вот сейчас знает. Ну, ваши какой? Ну, они похожи там. Тут у меня только номер 15. Эмалированная сталь даже. Так, а 188, 71, 82, 1. Здесь еще не искать. Как ее здесь искать? Магаз. По 10, да, разложил? Или как? По 10 разложил или как? 10 и 9. А, 9. Thank you.
Foundry. Чек одну кипучу заберешь вместе со сдачей? А, ее, наверное, надо будет приколоть чек к этому, к гарантии. Документам. Все? А ее... Все, получать. Вот так. Подожди, Вань, стой. Ваня, стой, стой, стой. Раз, засниму, сниму. Пойдем пешком, пройдемся. Пойдемте, ребята. Прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь синий зеленеет, и речка подальше блестит.
вся комната янтарным блеском озарена. Веселым треском трещит затепленная печь. Я не знаю, я еще не учу. Привет, придумать у лежанки. Послушай, не верите в санки, кобылку забурую за печь. Да. Скользя по утреннему снегу, вдруг мимо не найдешь тебе. Да, идите. Куда? Да. А вот, вот ступеньки же. Руки подвернулись. Не знаю, да. Ну и что, ребята, кто еще помнит, какие стихотворения? Ну, Вифросиня, давай. Про мороз? Нет, вообще, блесни умом. Не, горчай, да, спрося. Не, зима, суть. Нет, подержи пока. Посмотрим время. Сейчас я одену, перчат. Идут цыпочки, да? Бегут. Студенческая такая тема. Мерси. Большое здание. Смотрите. А что там есть? Вот это, Фрось. Вот это. Среди вот этих мини-домик вот этот. И вот в шампуне вот это вот. Колокол, да? Ага. Вот так. Красивая пара, да? Сними. Да. Пейзаж, да? На солнце блестит. Блестит тогда. И снег тогда. Бело-бело. Да, у нас все красиво. И летом, и зимой. Ты же был аэропорт! Ты что, там вон самолеты? Здесь был аэропорт, поэтому... Грузники садились! А? Грузники садились! Вот еще, да! Где аэропорт был, не понял? Вот здесь? Тут! Здесь вот прям идет храм! Так это овраг или пустыня? Еще буквально 15 лет назад вот в этом овраге... Вон, плиту, забираем! Плиту! Так, возьми это кто-нибудь. Нестор. Нестор. Так, вы куда тащите? Куда? Куда? Лестница. Лестница? Подожди, стой, Ваня, стой. Тут, наверное. Ну, возьми да, это. Ой, да тут уронят сейчас ее. Это, Ваня, возьми. Давай. Сейчас, подождите. Я... Подождите, Володя будет помогать. Осторожно, крышка. Ваня, Вань, на проверку товара сказали 2 недели. На случай, если вдруг что-то с ней. Дается 2 недели. За эти 2 недели нужно проверить ее, опробовать. И есть право ее вернуть. Понятно? Как обычно. Ладно. Всем привет. Но они у нас быстро перегорели. Что, все понятно? Так возвращать не стали. А вы? А я домой. Пешком дойдете? Ну все. Я не знаю Богу. Чек. Я боюсь, что они потеряют. Его нужно будет это хранить на случай возврата и гарантийного обслуживания. Все понятно.
потерпишь. Вы с нами или туда? Садись вперед. Ты с Богом? С Богом, наверное. С Богом, да. Позвоните прямо сегодня. Сумку заверни. Куда? Все, с Богом. Так, это, подержи кто-нибудь. Просто пока вперед, вперед смотри. Ой, только свой, я случайно. Вылечил. Чтобы удаленно было. Не побережем. Сейчас так стремусь. Да, так. Сейчас мы отъедем, я включу. Да, отлично. Хватит. Снимай дальше. Холодно. Прям буквально. Как говорят, это вам не со смой. Ну да. До него еще долго. До чего? До мая. Да только зим. Это не месяц с мой. У нас такая шутка была. С мамой. У нас такая с мамой шутка была. Мы такие приходим домой. Дверь забыли открыть. Он такая начинает кричать. То что, зачем дверь оставили открытой? Не май месяц. Мы такие, мам, вообще-то май. Она такая, ну ладно. А еще мы посвящаем. Новый, Новый год, мы снежки играем, все бы было хорошо, если бы не в мае. Да. Если там все нормально? Да. Снег в мае пошел. Да это вообще традиция жанра. Минус 2 градуса было. Это снег тоже. Идет, минус 2 градуса, руки мерзнут. Мы такие еще удивляемся, говорит, как так. Поворачивайся. Это наша непредсказуемая погода. Свободен. Спасибо, спасибо. Ну все. Че мы сможем? Синий какой дом высокий. Это сколько этажей, кто посчитает? Кто посчитает, сколько этажей? О, нет. Один, два, три, четыре. Такой самый высокий на. Ваня 25, не считаю. 30 этажей. Ничего себе. Это тебе не 50. Как в этом? Как в Екатеринбурге 50. Там лифт, знаешь,